Всех приветствую, дорогие друзья! Сегодня у нас начало нашего нового онлайн-региона Рейдак, а конкретно Рейдак Уфо, а иначе говоря, Уральский федеральный округ. Мы опять же не отошли от идеи, связанной с Россией, это также у нас дорогая Россия-матушка, но при этом сегодня мы поговорим про Урал. И карта нашего региона выглядит конкретно вот так вот. Это, соответственно, у нас такой вот гигантский совершенно мир. Вы посмотрите, сколько там снега. Ну, ясное дело, мы уже говорим не про юг, а про конкретно такой север. Ясное дело, там имеется большое количество снега. Соответственно, в этом видосе я вам расскажу все основные механики, все основные детали, как будет происходить регистрация. И после этого видоса сам уже проект будет окончательно официально открыт. И вы сможете принять в нем участие, начать строить и получать море удовольствия. Потому что, на самом деле, ивентов мы приготовили какое-то гигантское количество, они буквально будут входить каждый день, и можно будет как РПшиться, так и строить, соответственно, по ивентам, которые будут появляться. Так что, опять же, ссылочка на начало регистрации, пожалуйста, в описании, через телеграм-канал Рейдака. Так вот, то, что касается карты. У нас есть вот такая вот замечательная карта, она на самом деле просто гигантская, там больше 100 клеток, вот, и больше 100 потенциальных участников может принять участие в этом замечательном регионе. Также мы решили взять концепцию Урала, это, получается, часть России, тоже на самом деле гигантская, состоит из таких 5, наверное, ключевых городов, это Пермь, Екатеринбург, Уфа, Челябинск, Курган. Соответственно, эти города вы можете построить или взять какие-то другие. И теперь то, что касается нововведений. У нас с вами появились, по многочисленным просьбам, правила застройки. То есть, дорогие друзья, строить теперь произвольно, строить там в каком-то в одном месте небоскреба, в другом месте, например, какие-нибудь там поля, теперь нельзя. Давайте я вам расскажу про правила застройки. Начинаем с того, что у нас все-таки Урал. Также, если вы... избы, панельки, дореволюционные дома. Избы, панельки, Иван, прости, пожалуйста. Избы, панельки, дореволюционные дома. Также, если у игрока большая территория, то мэр города может строить высотные ЖК, трамваи, метро и все остальное. У человека, у которого маленькая территория, то это административная деревня или поселок ПГТ, у него меньше возможностей для строительства. То есть нельзя строить высотные и всевозможные высокие небоскребы. Помимо запуска региона, я рад объявить, что у канала Рейдак появился собственный Бусти. И теперь у вас есть возможность смотреть эксклюзивный контент, доступный только на этой площадке. А также видеть новые ролики раньше всех остальных. А еще там есть эксклюзивный чат, где можно пообщаться со мной. Минимальная сумма подписки всего 100 рублей, а это цена, ну, сейчас чашки кофе или очень вкусной булочки с маком. Но эти 100 рублей делают вас, ну, прям реально причастными к каналу, потому что подписчики на Бусти могут выбирать темы для следующих роликов. Ну, а еще это делает меня и мою команду чуточку счастливее. Так что ссылку в описании, пожалуйста, переходите. Вот, кстати, вот примеры застройки. У нас вот тут появляются... Это как и такие вот замечательные деревушки, так и вполне такие вот, так сказать, продвинутые города. Ну вот, мы можем увидеть тут вот школа, полиция и вот, например, планировка микрорайона, которая может быть, например, на регионе. То есть в этом плане теперь регистрация, то есть регистрация будет происходить при помощи скриншота, то есть вы в окно регистрации будете присылать свою лучшую работу, админы будут выбирать. Само собой, регистрация не совсем такая... сложно, так что, думаю, пройдут, в принципе, все, те, кто умеет плюс-минус строить в игре. И при этом, само собой, если вы начнете градить там большое количество небоскребов, администраторы вполне могут, например, вашу клеточку сначала дать вам такое предупреждение, желтую карточку, а потом уже, может быть, даже исключить из проекта, но это, конечно, маленький шанс. Но лучше, конечно, играть по РП. То есть здесь, я думаю, всем момент понятный. Ну и самое главное, то, что касается ивентов. Ивентов у нас приготовлено гигантское количество. Это от строительства, например, целой магистрали автодороги, которая действительно будет реализована, ее можно будет потом посмотреть все вместе игрокам, то есть каждый участник, ну, который будет строить эту автодорогу, свой участок построит на, соответственно, своей клеточке, таким образом мы проведем ее до конца карты. Также будут события, связанные с индустриализацией, куда же без нее, с строительством электростанции и так далее, это все будет разбито по дням. Так что, дорогие друзья, в принципе, то, что касается проекта, я вроде бы все рассказал, ну, само собой, новостные
издание у нас тоже присутствует, можно будет от имени своего города публиковать новости. В общем, те, кто играл в первый UFO, все точно знают. Те, кто новички, пожалуйста, вроде бы видос отвечает на все вопросы, но если какие-то вопросы все-таки остались, переходите в телеграм-канал, задавайте. У нас на самом деле отзывчивая администрация, так что она обязательно вам поможет и разберется. И теперь более подробно, как у нас будет происходить регистрация. Вы будете переходить на сам, получается, телеграм-канал Рейдак, под первый пост прикрепленный, переходить, ну, само собой, подписываться на телеграм-канал Рейдак, потому что там очень интересно и хорошо. Затем подписываться по первому посту на телеграм-канал, связанный с проектом UFO, проходить регистрацию на этом проекте. Для регистрации всего лишь понадобится имя, никнейм, возраст, фото лучшей работы и, само собой, история города. После этого администрация вам отбирает, дает пароль и логин от самого сервера. Вы переходите, выбираете клеточку и начинаете уже играть и РПшиться. Так что, дорогие друзья, всем большое спасибо, кто примет участие. И я объявляю, что проект с этой секунды открыт. Так что, пожалуйста, переходите и начинайте играть. Совсем скоро будет от меня прохождение на этом регионе. Так что всем, пожалуйста, переходите. Будет, я думаю, очень сильно классно. А так, большое спасибо за просмотр. Также не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. С вами был я, Артем Рейдак. И всем удачи, всем пока-пока.